По эконому ебану один раз заказ. Включил. Включил случайно, не знаю, как включилось. Мне падает заказ. Сауран 17. Сауран 17 плюс 300. А я довольный, беру этот заказ и еду. Смотрю, машинка желтая горит. А когда бизнес вызывает, когда заказ принимаешь, машинка черная горит. И не пишется какой тариф. И там тоже не пишется какой тариф. Я думаю, бизнес довольный, еду, потому что я себе тариф выключил. И подъезжаю туда, забираю двух девушек, а им два адреса. 980 с коэффициентом плюс 300. Я да ну нафиг такой, а туда. И потом туда подъезжаю на 58 дом. Я открываю телефон, посмотрю. А у меня, оказывается, эконом включен. Верхняя строка. И потом я у клиента спрашиваю, что, эконом вызвали? Да, говорит, мы эконом вызвали. Мы, говорит, сами были в шоке, что вы подъехали. Еще мы думали про себя. Вам не жалко таксовать на этой камере 70 эконом возить? Ё-моё, я говорю, да я сам лоханулся. Говорю, включил этот. Случайно нажался эконом. Она говорит, да, мы тоже были в шоке, говорит, когда вышли, говорит, не видели, кто по эконому ездит такие машины, говорит. Ну вот так вот, ребят. Мы купим себе шмотки, мы купим себе так.